фотографии занимается четкость детства, наверное. Помните пьесу Виктора Сергеевича Розова «В поисках радости»? Я ее не видел просто. Не видел. Ну вот неважно. Ну вот да. В ней там героиня ее, советская еще вполне героиня, говорит, ну вот вы нас все осуждаете за какое-то потребительство. Но это же временно. Нам просто надо много купить. А когда мы купим все, и другая героиня отвечает, все ты никогда не купишь. Он говорит, почему? Говорит, потому что ты прорва. Так вот, в сущности... То, что я наблюдаю... Это вирус вот этот? Вот это вирус. Это вирус прорвы. Это вирус прорвы. Это вирус какого-то такого уже гедонизма, зашкаливающегося с элементами неадекватности. Вирус упоения материальными благами уже не просто достаточными, стране, а чрезмерными. В стране, в элите, которой, по сути дела, материальных благ не было очень давно у подавляющего большинства... А в стране, которая была долго нищей, да и сегодня не очень богатая, так вы говорите о вирусе, который затронул вот такое количество людей. А может быть, эта женщина права была? Дайте людям нормально наесться, нормально одеться, нормально чувствовать себя, и тогда, может быть, они начнут интеллектуально развиваться. Потому что пока я думаю только о хлебе, мне ни до чего. Сотни лет сугробов, лазаретов, пяти контрапов, стихов, медикаментов, хлеба, зрелищ обязательных, лечебных, поземельных процедур для всех кривых горбатых, вечная весна в одиночной камере. Вечная весна в одиночной камере. О, рад тебя видеть. А мы тут репетируем. У нас тут немного напряженная обстановка. Если что, то поможешь, ладно? Так, продолжаем сцену с рыбками. Олег, начинай. Ну вот, я кормил рыбок и случайно, абсолютно случайно, пролил чернила. Стоп! На твой новый письменный стол. Олег, давай посерьезнее. Итак, еще раз. Лена тебе не чужой человек. Не чужая. Она жена твоего чужая. Брата. И вы живете вместе. Ну, пытайтесь, по крайней мере. Пытаемся. Кормил своих рыбок и случайно пролил чернила на ее письменный пролил, стол. Пролил, вот сюда. Пролил, чернила пролил. Ты знаешь, сколько очередей она простояла ради этой покупки. Ты знаешь, сколько нервов она потратила. Ты понимаешь, что для нее это почти как святыня. А для тебя это всего лишь кусок дерева. Ты презираешь все это мещанство, всю эту ерунду. Да, я пойду сегодня в Олимпийский. Конечно, ты взволнован и чувствуешь свою вину. И догадываешься, что сейчас будет буря. А потом я хватаю его рыбок, бегу к окну и выкидываю их. Да, Лен, ты вышла из себя. Ты кидаешься с этими рыбками к окну, расплескиваешь воду и выбрасываешь их. Они живые! Да, точно. Ты в отчаянии бежишь сюда. Вынимаешь саблю отца, смотришь на эти ящики и с этой саблей начинаешь рубить всю ее мебель. Весь этот мусор, все это барахло. Рубить. Угу. Рубить это надо. Причем надо делать это очень экспрессивно. Интересно. Рубишь. Интересный режиссер. Интересный ход. Попробую сейчас. Сейчас. Так, все, все готовы. Давайте, последний прогон. Га-га-у-ла-ла. Господи.
You think the collapse of the Soviet Union, which you engineered, is a genuine tragedy for Russia? Well, you are stating that I engineered it. Didn't you? Олег, что случилось? Ничего. Просто мне все это надоело. Что тебе надоело? Да я не могу это играть. Да, рыбки, они живые. А Лена со своими мечтами и стремлениями разве не живой человек? Олег же не просто там мстит за своих рыбок. Кошмар. Это же метафора! Ну не просто, да. Он же у нас герой, идол, пример для молодежи. Господи, ну мы же ставим какую-то ерунду столетней давности. Руби буржуев, и все будут счастливы. Отобрать и поделить. И прочих мышечек, говно! Да у нас тут враг народного театра появляется, я чувствую. Да народ это и есть Лена. Ну, да. Народ это Лена. И это нормально. Ну, по-моему, выбрасывать рыбок из-за шкафа, это не совсем нормально. Да почему здесь рыбки вообще? Если бы не эти рыбки, он бы ее саму зарубил, потому что он ее ненавидит, презирает. Ее вся семья ненавидит и презирает. А это, между прочим, единственное правдивое место в этой пьесе. Она же у нас мещанка, буржуазная отребье, любит шкаф, комфорт, уют. Видишь, какие у нас тут страсти кипят. И чего захотела? Как она посмела? Тихо. Я тут подумал. Так может она и не комсомолка вовсе? Это ничего, что вся семейка живет в нищете. Зато у нас светлые идеалы. Мы коммунизм строим. За окном у нас вечная весна. Ну как я вот могу с ними поставить спектакль? Уже вечная весна, в одиночку. Ты знаешь, мне сегодня снился странный сон. В моей комнате идет ремонт. В моей постели лежит какой-то человек. Похоже, он болен. А стены обклеены портретами. Еще портрет этого преступника. Тоже мне икона. Конечно, он не просто рубит ее мебель. Он рубит ее саму, ее иной взгляд на жизнь, на страну, на себя. Великий инквизитор. Перерыв! Послушай, режиссер, я считаю, что рыбок надо убрать вообще. Это маразм, это примитивно, здесь нет настоящего конфликта, одна тупая идеология. Нет, мы ничего уже менять не будем. Более того, мы не будем сейчас спорить и будем ставить пьесу «Розово». Ну, тогда это, конечно, тупик. Ну, я вижу только один выход из сложившегося застоя. Давай. Надо голосовать. Олег, не забывай, что режиссер пока здесь я, хорошо? Да я помню. Лена, ты что думаешь, сделаем пьесу более современной, более актуальной? Я ничего не думаю. Давайте уже не будем ничего менять, пожалуйста. Мне вообще через час надо быть в Олимпийском. Так, давайте все-таки прекратим этот балаган наконец-то. Да тебе сегодня везет. 1-0. 1-0 в твою пользу. Хорошо. О, мон мастерион коню. Que pensez-vous? Тот, кто отрицает свободу для других,
не заслуживает ее для себя. О! 1-1. По-моему, ваши рыбки умерли. No judgment, but boundless freedom.